Итак, друзья, ну а на Epic Game очередная раздача, на этот раз две игры, это Forest Quartet, или Quartet, 300 рублей игра стоит, и, соответственно, повествовательная 3D-головоломка о призраке умершей, но не забытой певицы. Вот. В трех актах игры вы посетите каждого участника группы, чтобы провести, значит, прощальный концерт. Выслушайте их, значит, решайте загадки и боритесь с тьмой, разрушающей их душу. Так, друзья, вот такая вот игра, стоит 300 рублей. Это одна игра, вот, и вторая игра сейчас, если прогрузится, почему-то на Epic Games сегодня такой себе, такая себе прогрузка. И вторая игра Out of Line. Вот, игра уже стоит 240 рублей. И, соответственно, уникальная приключенческая игра в 2D-стиле, наполненная красивыми, нарисованными вручную головоломками. Out of Line рассказывает о приключениях Сана в попытках сбежать с фабрики, которая когда-то была его домом. Погрузитесь в историю, действие которое происходит в загадочном мире, который раскрывается в нескольких главах. Так что, друзья, вот такие вот две крутые игры раздаются временно бесплатно на Epic Games. Ссылка на Epic Games в описании. Там надо, ну, короче, просто пролистайте вот ниже. И вот видите, две игры здесь. Ждем также две другие игры. Вот. Так что... Вот так вот, ссылка, короче, друзья, в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.